Времени суток. Вы находитесь на канале по заработку денег в интернете. Меня зовут Алексей. В данном видеоролике я расскажу про новый обычный майнинг на криптовалюте Tron. Проект называется 898.30.com. На данном проекте представлен возможность зарегистрироваться с помощью мобильного телефона, затем указать пароль, ввести пароль для выплаты, ну и соответственно ввести инвайт-код, после чего ввести капчу и нажать Sign Creep. Регистрация довольно простая, я уже зарегистрирован, давайте сейчас авторизуюсь. При входе в аккаунт у нас выходит новостное объявление, где проект рассказывает про себя. Данный проект предлагает потенциально экономически эффективный способ майнинга других криптовалют, такие как биткоин, Тер и Икс. В то же время будет увеличение количества торговли техники DeFi. Вы можете легко участвовать в транзакции блокчейна с небольшим количеством средств и получать стабильный доход. Данного проекта при регистрации выдается бонус в 10 тысяч трон. Максимальная прибыль в данном проекте рассчитана на 10% от суммы вашего вклада. Имеется белая книга, мы с вами посмотрим сертификат, также отдельно загружен официальная телеграм-служба поддержки данного проекта есть, ну и соответственно тарифные планы. Внесение от 5 трон до 30 тысяч трон, вывод будет 3% в день от суммы вашего вклада. Соответственно, базовый счет от 30 тысяч до 100 тысяч, 3,5 вывод, от 100 тысяч до 200 тысяч ежедневно снимается 4%, от 200 до 500 снятие 5%, от 500 до 1 миллиона снятие 6%, и так вплоть до 10, но уже там очень огромные суммы. Я предлагаю вам участвовать, если вы заинтересуетесь, под первым тарифным планом, это менее рискованно. Потерять денежные средства и в те же время 3% в сутки достаточно неплохое предложение. Так, мы перезагрузили проект, у нас действительно отображается 10 тысяч трон, но вывести мы, к сожалению, не можем, пока не активируем баланс, пополнив 5 трон. Вместо 2 баланса, вот это вот инвестиционный, вот промоутион, это у нас реферальный баланс, где начисляется реферальное вознаграждение. Конечно же, есть данные по открытой статистике, сколько зарегистрировано людей и сколько начислено прибыли. Ну и, соответственно, глобальный партнер выступает здесь в бирже, через который проводится 10 транзакций. А в кодочке трейдинг у нас присутствует начисление обычного майнинга, это 7%. Ну и, соответственно, цикловые инвестиционные тарифы у нас также присутствуют. На кнопочке Tron имеется у нас вот 7-дневный тарифный план под 1.5% в сутки на 7 дней. Они отличаются минимальной суммой вклада и, соответственно, тарифными планами. Потом идет на 2 дня у нас на 2% на 30 дней, 4% на 60 дней, 90 дней под 6% и 8% на полгода. То есть каждый день он будет капать 8% в течение полугода от суммы вашего вклада. В вкладочке «Шарт» у нас имеется реферальная программа, где есть также QR-код, удобный для приглашения, ну и, соответственно, обычная ссылка, которую мы с вами привыкли уже видеть. В кабинете все также достаточно простенько. У нас здесь присутствует разделение также баланса на инвестиционный и на тарифный план. Имеется список команды, профлист, трамфитубасик, поменять пароль и поменять секретный пароль. После этого поделиться, подписаться на новостное объявление, скачать приложение на мобильное устройство и выйти. Думаю, вам всем понятно. Тем более, данных проектов таких похожих уже на канале очень много. Также на данном проекте присутствует пополнение, я вот сейчас буду перезаряжаться, то есть пополню данный проект 10 трон, чтобы показать, как здесь работает вывод и, в принципе, тарифный план. Имеется QR-код для пополнения и обычный адрес смарт-контракта, запрограммированного, на который я и буду пополнять денежные средства под 3% в день. То есть под первый тарифный план пополнение от 5 до 30 тысяч трон. Нажимаю Send, вставляю адрес, после чего нажимаем Next и вводим сумму вклада 10 трон. После чего нажимаю Next и подтверждаю операцию. Все достаточно простенько. Здесь нам также нужно будет нажать Done, и вот здесь перезарядка завершена, Recharge Complete. Соответственно, в течение 1-2 минут у меня будет зачисление баланса на плюс 10 трон. По тем временем, пока что мы с вами посмотрим белую бумагу данного проекта, то есть сертификат. Ознакомимся с ним, соответственно, получше. Ну и, в принципе, здесь текст на английском языке, но здесь можно, в принципе, понять, кто умеет общаться на английском языке, людей таких немало, то есть, в принципе, смысл текста можно понять. Ну и, соответственно, также все это копируется, вставляется переводчик, ну и читаемо переводится. Здесь рассказывается про будущую DeFi, которая собирается открыть, то есть, данную вселенную по данной технологии. Как она точно будет работать, еще никто не знает, но, по крайней мере, в планах у них это имеется. Вот он у нас, основатель Infinity Game Systems, Джастин Син, Tron Federation, да, соответственно, это основатель Трона. У нас имеется также сертификат данного проекта, где мы можем посмотреть с вами, когда был запущен данный проект. То есть, как вы видите, у нас в России принято писать, что число, месяц, год, да, но здесь маленько по-другому. Здесь идет месяц, потом число, потом год.
Печать поставлена в Сингапуре, что это лицензионное соглашение на данный проект. А у нас вот 09 месяц получается, да, сентябрь, 14 сентября 2018 год. Просто когда я первый раз посмотрел их сертификат, мне не обязательно данного проекта, то я понятно усомнился, да, 14 месяц у нас есть такое. А оказывается, в других странах маленько по-другому оформляются документы. Соответственно. Так, давайте сейчас перейдем обратно на проект. Уже я вижу, 10 трон было зачислено успешно на мой баланс. Это дает нам право уже с вами заказать выплату с данного проекта в размере 0.30 трон. Хотя нет, да, то есть я помню 10, мне сейчас доступно 1 трон на вывод. Очень интересно, то есть все-таки под 5%, да? Да нет, под 10% мы можем заказать выплату. Очень интересно. Значит, это работает на весь баланс. Так, давайте сейчас мы вставим адрес, соответственно, ну и введем пароль подтверждения выплаты. И с вами перейдем в TronLink и убедимся, что нам проект действительно платит. Я, конечно, маленько удивлен, что один трон на вывод недоступен. Обычно должно считаться 0.30. Ну ладно, это даже хорошо. Соответственно, окупаемость составит всего лишь 10 дней при выводе 1 трон в день при пополнении в 10. Как вы видите, вот на выплата нам пришла. Все платит элементарно, просто. Это довольно неплохо, что у нас все-таки такие тарифные планы, хоть расписано маленько по-другому. Возможно, уже поменяли. И здесь у нас начисляется 10% от суммы нашего вклада. Соответственно, 10 дней произойдет окупаемость, уже 9, да, у меня. И после 10 дней уже пойдет чисто профит на вывод. Соответственно, 9 дней окупаемость, и потом по 10% плюсом с каждого вашего выплаты. Довольно неплохо. Все соответствующие ссылочки я оставлю в описании под видеороликом. Данный видеоролик создан в целях информативного внесения, не несет никакой-либо призыва к инвестициям. Каждый думает своей головой и убирает свое будущее. Также берегите свои денежные средства. В ответе только вы сами за них. Для ознакомления ссылки в описании. Вы были на канале по заработку денег в интернете. Понравился ролик — палец вверх. Мне понравился — палец вниз. Ну и свое мнение в комментариях по данному проекту также обязательно приветствуется. Всем пока-пока.